Я хочу от всей нашей группы прославления поздравить еще раз всю церковь с Днем Пятидесятницы, с сошествием Духа Святого. И хочу пожелать вам всем иметь Дух Святой и не только иметь, и постоянно пребывать в Нем, в Его присутствии. И мы сегодня хотим спеть псалом «Я восхищаюсь, Господь, Твоим величием». И действительно так, я восхищаюсь каждый день буквально, потому что Бог в моей жизни делает разные чудеса. Я уверена, что и в вашей каждый день происходят такие дела. И я хочу вам напомнить одну историю из Библии. Исход 3:2. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Для меня это действительно, ну, не только для меня, это действительно чудо и какое-то что-то большое, правильно? Мы не видим в нашей жизни, чтобы что-то горело и не сгорало. И я хочу вам пожелать всем, чтобы вы для Бога горели и никогда не сгорали, удивлялись и восхищались Его величием и Его делами. Присутствие Твоего, все, что было, болим, исцеляем.